Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем билборды, прости, новый трачок от группы, которая делает безумно сильный рок с безумно сильным вокалом, но зачастую любит очень душить своих треков, за что мне не очень нравится, но, тем не менее, три трека добавлено, и отрицать, что это очень сильный рок, ну, блять, глупо, реально, большинство треков просто пиздец, разъеб полный. В этот раз группа набрала 15% в нашей специальной голосовалке телеграм-канале, ссылочка на которую находится в описании, заняв, кстати, 6-е место, что в целом, ну, это типа середина, да, всех треков. Нормально, я думаю, нормально. Если вы хотите больше разборов на группу, то ссылка как бы в описании на телеграм. Голосуйте за любимых артистов и также не забывайте про Twitch, потому что именно на Твиче мы с ребятами это все разбираем, и они могут, если что, там свое мнение высказывать, я читаю, советуюсь. В общем, заходите обязательно. Но мы начинаем слушать и смотреть, что это вообще такое. 6 мая был продемонстрирован сниппет в телеграм-канале билбордов, а 10 мая состоялся релиз. Круто. Так, это не клип, да? Чисто аниме эдит, скорее всего. Но нам такое пофиг. Хорошо, давайте смотреть. Надеюсь, что будет стабильно, качественно, стабильно, хорошо, как она умеет делать. Но при этом не задушить самое главное. Остальное как бы пох. Все, let's go, слушаем. Прости, мои глаза утонут в ванной, захлебнувшись в любви. Прости, испытал, как соседям льется все, что было внутри. Бля, несмотря на структуру, бля, это пиздец. Я себе. Вот это, блядь, коронка. Охуеть. В целом, уникальный трек. Потому что она умудрилась, вот если так на текст посмотреть, да, ну, должно душить. Чё там, блядь? Два одинаковых припева. Три, ой, даже четыре, блядь. Ну, короче, два одинаковых предприпева, условно, и припева, да. Бридж один небольшой, и аутро. Это должно, ну, чисто с теоретической точки зрения душить. Но очень красивые бриджи, аутро, которые отлично разбавляют. И припевы сами по себе, ну, чем-то да отличаются. В общем, это очень работает. Они не нагружают, они маленькие, они охуенно работают. Поэтому это сильная работа. Трек идет всего 2 минуты, он не успевает задушить. Вот в чем прикол. То есть, работа над структурой, я считаю, должна продолжаться, потому что, ну, это не совсем нормально для меня лично, да? То есть, мне, допустим, такое непонятно. Вот. Вот. Поэтому я хочу просто сказать, что как бы работа над структурой должна продолжиться. Но конкретно в этом треке просто 2 минуты, ну, мы не успеваем задушиться. Именно поэтому это работает. Бля, это сильный трек, который, я думаю, спокойно может и в общий плейлист полететь. У нас есть что-то от билбордов в общем плейлисте в этом году? Вопрос. Нет, ничего нет. Я думаю, спокойно можно забрать. Я думаю, спокойно можно забрать, потому что это действительно сильно не душит. Да. Но работа все еще требуется. Я надеюсь, что в ближайшее время как бы это будет фикситься, потому что, ну,
в общий мы это как бы добавляем, да. Спасибо, блядь, это круто, стабильно, качественно, стабильно, красиво, с охуенным вокалом и безумно крутой реализацией продолжает нас радовать эта группа. Но, блядь, что-то поразнообразнее уже хочется, так что надеюсь, что скоро это все будет, и я надеюсь, что мы это все получим скоро, да. На этом все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!